Здравствуйте, уважаемые! Без чеснока на кухне просто не обойтись. Он входит в состав многих блюд, соусы, салаты, супы, мясо. Чеснок незаменим при приготовлении всего этого. Что смущает хозяек? Да? Это, конечно же, чесночный запах, который остается на руках после готовки длительное время. Его тяжеловато смыть, согласен. Кроме того, чистить чеснок не очень удобно, на это уходит много времени. Хорошо, что есть люди, которые ищут нестандартные решения любых проблем. Они существуют. И сейчас мы расскажем, как справиться с таким чесноком. В общем, по деталям. Чтобы почистить чеснок, надо всего лишь хорошо потрясти ним в банке или в любой другой закрытой посуде. Этот драгоценный продукт умеет очищаться сам, как оказалось. Собственно говоря, почему вы это не делали раньше? А там все просто. В общем, бросаем чеснок в банку, как вы сами видите. Дальше просто закрываем баночку и работаем как бармен с шейкером. Трясем, максимально удаляем чесноком о стенки сосуда, в результате чего кожура сама отпадает. И у вас на выходе получается просто чистый чеснок. Остальное отсеяли, и головки у вас целые, не поврежденные ножом и всем остальным. Только кидай в готовку. А насчет запаха, например, после того, как вы употребили чеснок, дело в том, что в нем много серы, которая вступает в химическую реакцию в нашем организме. После употребления чеснока, честно вам скажу, просто выпейте стаканчик молока, который потушит серу и убьет запах напрочь. И уже через 15 минут от чеснокового запаха не останется и следа. Вот такой маленький советик вам. На этом у меня все. Всего вам наилучшего. Подписывайтесь на наш канал.